Покрась, еще будет лучше. Бензин надо. Я вот в следующий раз приеду, покажу тебе это, 20-кубовку. Я ее с собой взял. Просто движок привез. Ты на какой моде учишься летать, Резо? На второй? На мод какой? В смысле, второй? Американский. Американский, ну правильно. Правильно? Да, правильно. Да что возникал? Не хотел, чтобы американцы научились. Знаешь как? Говорят, что для пилотажа лучше, например, второй мод. Не второй, а этот, первый мод. Да, европейский. Но знаешь, как говорят, что ребята там говорили, вот среди чемпионов мира, пилотажников, ну вот, примерно поровну, те, которые во второй летают и в первой, понимаешь? То есть это. Единственное, что вот знаешь, когда вот это вторую моду называют азиатской. То есть ты держишь этот, как его, стик. Вот этой подушечкой пальца. Да. Вот. А некоторые держат щипком, понимаешь? Ну я знаю, что я стараюсь. Вот щипком, вот говорят, что щипком легче летать пилотаж. То есть как-то, ну не знаю. Но, например, вот, например, висеть, да, это щипком будет труднее. Потому что. Я не учу щипком, я учу сразу этим. Ну смотри, разве не чудо? Я учусь вот.